Поздравляю с победой. Немножечко по традиции о матче. Спасибо за поздравление. Команда «Локомотива» набрала приличный ход в последних играх. И, я думаю, по праву находилась на первой строчке. Ну, тем приятная победа над лидером втройне. Тем более, это наша первая победа здесь, на стадионе «Локомотив». Вот. Очень приятно, что ребята очень грамотно выполнили установку на игру. Во всех линиях мы играли надежно. И самое главное, я думаю, что мы искали счастье в атаке, не надеясь на ошибки соперника. И именно играли, мы не играли вторым номером. Вы это все видели прекрасно. Играли на равных, и могу доискать больше, превосходили соперника и по владению мячом. Концовка, естественно, 2-0, соперник пошел уже отыгрываться, побежал большими силами вперед. Вот. Мы могли их поймать. Здесь на контратаках были у нас моменты тоже. Мы забили еще один мяч. Не знаю, почему судья отменил. Мне сейчас тяжело говорить с нашей точки, где мы сидели. Надо просмотреть этот момент. Мне, как мне показалось, забили чистый гол. Еще раз поздравляю всех наших болельщиков. Большое спасибо нашим болельщикам, которые прилетели на эту игру. И всех, кто за нас переживал.